Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине. Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое бывало. Найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение, Хас. Осужденным под номерами 704-557А, 907-47К и 075-335. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш. Начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных.
Внимание! Открыта запись в очередь на нерабочие выходные дни. Только для сотрудников среднего социального рейтинга и выше. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится.